Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Міжнародне супрацоўніцтва. Сёння у Гомель приїхав надзвичайний повномоцний посол Федеративної Республіки Германія Пітер Детмар. Акція профсоюзов. Лідери обласної організації вийшли на посадку леса. Гомель у особах. Новим героєм проекту став архімандрит, насельник Свято-Мікольського монастира, айтець Сава. А зараз об гэтым і іншим більш подрабязным. Наведванне алеі героя, удзел у адкрыцці выставы, прысвечаны лагеру смерці Трасцянец, сустрэча з кіраўніцтвам аблвыканкама. Сёння ў Гомель прыехаў надзвычайны і паўнамоцны пасол Федэратыўнай Рэспублікі Германія Пітэр Дэтмар. Падрабязнасці ў сюжэце Марыны Джалай. Перший об'єкт подорожжа по Гомелі – місце гонору і смутку – меморіальний комплекс «Алея героїв». У його центрі – скульптура солдата. По обидва боки арки – 44 пам'ятні дошки з інформацією про оборонців айчини, похованих у братській могилі. У її останки 135 удільників оборони Гомеля у жнівні 1941 года – партизан, подпольщиков. Тут же похованы і ті, хто у листопаді 1943-го принес городу довгочаканую свободу. Посол Пітер Дэтмар під час інтерв'ю означає, що алея героїв – вельми кранальне і достойне місце для ушанування пам'яті загинувших під час Великої Отечественной війни. И, наверное, вы знаете, что я в целом провел в вашей стране около 7,5 лет, не считая 2 лет перерыва, и я могу констатировать тот факт, что мы за этим 7,5 лет действительно сделали многое для того, чтобы вместе вспоминать об этих событиях. И эта совместная память, она во многом сблизила нас, что меня очень-очень трогает. Я в особой степени благодарен за то, что, несмотря на все те жестокости, которые были совершены от имени Германии здесь, на белорусской земле, то, что мы действительно были прощены. Ничего не забыто, но мы прощены. Потім делегація накірувалася у виставочну залу Гомельського державного університету ім'я Франциска Скарини, де прийняла уділ у відкритті експозиції «Лагер смерті Трасцянець. Історія і пам'ять». На виставі представлені архівні документи, історії і успоміни в'язнів. Вистава подорожнічає по Білорусі і Германії уже 2 роки. Її створення – винік міжнародного діалогу поміж істориками Германії, Білорусі і Чехії. Жихари Гомеля можливість бачити модульну експозицію отримали у першиню. Она построена как бы на жизни конкретных людей. То есть мы видим войну, ужасы войны не как статистику, а как конкретную трагедию отдельно взятого человека. А если вспомнить, вот помните, как пели песняры, что в каждой нашей семье плачут малые дети Хатыни, то, мне кажется, для белорусов это особенно актуально. И хотя вроде бы выставка посвящена трагедии еврейского народа, то есть Холокост здесь, он доминирует, мы знаем, что Трастенец – это огромный концлагерь, вот, но белорусы, наша страна, наш народ, потерявший каждого 4-го человека в этой войне, мне кажется, она очень хорошо помогает понять нашему подрастающему поколению вот то, что переживали наши предки. Лагер смерти Трасцянец был организован под Минском увесну 1942 года и происнавал до липеня 1944. Назва Трасцянец объединила несколько мест массового знищения людей. Усяго у их загинуло свыше 200 тысяч человек. Трасцянец лишится 4-м по величине лагером смерти у Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Наведать выставу и ознайомиться с ее уникальными экспонатами, журботными историями трагичных человечих лёсов і просто дати даніну пам'яті загинувшим під час Великої Отечественной війни людям можна до 29 красовика. Марина Джале, Андрій Іванов, Олександр Харлампов, телерадіокомпанія «Гомель». Так само Пітер Дэтмар сёння сустрэўся со старшынёй гомельскага аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам. Гаворка ішла аб паглыбленні двухбаковага супрацоўніцтва. Гэта еўрапейская краіна – важны эканамічны партнёр гомельскага рэгіёна. У мінулым годзе тавараабарот паміж нашай вобласцю і Германіяй перавысіў 1 100 000 000 долараў США. Пры гэтым гомельскі экспарт склаў амаль мільярд. Сваю прадукцыю ў Германію пастаўлялі 108 прадпрыемстваў рэгіёна. Самыя буйныя – Беларуснафта, БМЗ, Рэчыцкі Кімітызны завод, Светлагорск хімвалакно і іншыя. Нямецкі бізнес актыўна ўкладвае інвестыцыі ў эканоміку Гомельскай вобласці. У 2018 годзе яны перавысілі 3 000 000 долараў.
У гэтым месяцы міліцыя Гомельскай вобласці адзначае 100-годдзе са дня ўтварэння. Да гэтага юбілею тэлерадыёкампанія «Гомель» прымеркавала цыкл сюжэтаў аб супрацоўніках органаў унутраных справ, людзях у пагонах, якія пастаянна знаходзяцца на абароне законнасці. Наш першы матэрыял з Рэчыцкага раёна. Убачыць старшага участковага інспектара міліцыі Дзяніса Каўганава ў памяшканні Рэчыцкага раённага аддзела ўнутраных справ можна толькі ў рэдкіх выпадках. Увесь працоўны дзень, які практычна ніколі не абмяжоўваецца 8 гадзінамі, ён знаходзіцца на сваім участку ў тэрыторыі Азерчынскага сельскага савета. Больш як 4,5 тысячы жыхароў, і да кожнага неабходна знайсці падыход. Былы настаўнік Людміла Браздзецкая на пенсіі ўжо 22 гады. Дзеці, ўнукі, жанчыны наведваюць, але жывуць яны не ў вёсцы, а таму і здараецца гэта нечаста. Кажа, што вельмі чакала надыходу вясны і цяпер ужо будзе займацца прысядзібным участкам. У супрацоўніка міліцыі пытанняў да Людмілы Браздзецкай няма. Гэта прафілактычны візіт. У гэты ж дзень Дзянісу Каўганаву неабходна наведаць яшчэ і азерчынскі сельвыканкам. Разам са старшынёй абмяркоўваюцца ўсе існуючыя праблемы. Неабходна зноў сустрэцца з некалькімі неспрыяльнымі сем'ямі. Апрача таго, з надыходам цёплых дзён больш увагі будзе звяртацца на месца адпачынку. Рейды ў нас абязательныя по прыбярэжнай зоне. Мы знаем точкі, дзе сабіраецца маладзёж, дзе сабіраюцца людзі пастаршы, што будзе-то што-то пракантраліраваць. Ну і также наблюдзенне за рыбакамі. У нас тоже очень для того предотвращения преступлений и правонарушений по незаконной ловле рыбы. Это тоже очень актуально. На азерчынскім участку Дзяніс Каўганаў працуе крыху больш як 3 гады. За гэты час не толькі пазнаёмся з большасцю мясцовых жыхароў, але і вывучыў усе так званыя праблемныя кропкі. Ды праблем за апошні час стала менш. Напрыканцы мінулага месяца ў сельскім доме культуры правялі рок-фестываль. Работа участковага інспектара на такіх мерапрыемствах на віду не знаходзіцца, але аб яе выніках можна меркаваць па тым факце, што ніякіх нестандартных сітуацый падчас канцэрту не ўзнікла. Прафесіяналізм Дзяніса Каўганава ацанілі ўжо не толькі ў Рэчыцкім раёне. Па выніках мінулага года ён стаў лепшым участковым інспектарам міліцыі Гомельскай вобласці. Служэнне закону і людзям – гэта сапраўды ганаровая місія. Не на словах, на справе. Самое тяжелое участкового инспектора работе – это общение с людьми. Нужно когда-то понимать человека, воспринимать его проблемы какие-то, правильное умение где-то выбрать тактику, где-то выбрать тон, где-то психологически подойти к человеку правильно, чтобы он был расположен к тебе, и он тебя понимал. И с этого получится разговор, и никакой, я думаю, никаких трудностей не возникнет в беседе с гражданином. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Яўген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Рэчыцкий район. Сёння ў Навабілецкім раёне Гомеля адбылося цяжкае дарожна-транспартнае здарэнне. Каля 11 гадзін раніцы аўтамабіль «Ауді» выехаў на тратуар і збіў жанчыну. Трагедыя адбылася каля кінатэатра «Мір». Аўтамабіль вылецеў на тратуар і праехаў па ім каля 100 метраў. На яго шляху аказалася жанчына 1940 года нараджэння, якая загінула на месцы. Па папярэдняй інфармацыі, прычынай здарэння стала дрэннае самаадчуванне вадзіцеля, які не справіўся з кіраваннем. 59-гадовы мужчына памёр яшчэ да прыезду хуткай медыцынскай дапамогі. Следственным управлением УСК по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская, по установлению причины смерти водителя, а также автотехническая по установлению технического состояния транспортного средства. Супрацоўнікі следчага камітэта звяртаюцца да грамадзян, якія сталі сведкамі гэтага здарэння, ці маюць запісы відэарэгістратараў з месца ДТЗ, звярнуцца ў управленне следчага камітэта па Гомельскай вобласці па тэлефонах, якія вы бачыце на экране тэлевізара. Аб іншых здарэннях глядзіце ў сённяшнім выпуску «Дэ-факта» з Русланам Габрылёвым праз некалькі хвілін. Прафсаюзныя лідары рэгіёна выйшлі на пасадку леса. Акцыю прымеркавалі да 115-годдзя прафсаюзнага руху Беларусі і 75-й гадавіны вызвалення нашай краіны ад нацысцкіх захопнікаў. Саджанцы сасны і бярозы набылі новы дом у лесапаласе Добрушскага раёна. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. Акцыю пад назвай «Прафсаюзны лес» ініцыіравалі актывісты Маладзёжнага савета Гомельскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў. Іх падтрымала кіраўніцтва аб'яднання, старшыні галіновых арганізацый, а таксама ветэраны прафсаюзнага руху. Разам яны выйшлі на пасадку леса каля вёскі Жгунская Буда Добрушскага раёна. Мы хацем унесці свой вклад в 75 добрых дзел, которые сейчас праходзят пад вядзеннем 75-летия освобождения Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захватчыков. І надеемся, што в скорым времени мы сможам сюда прыходзіць і сабіраць вкусные грибы и ягоды.
Видаткованая площа склала 2 гектары. Древцы высаживали отповедно схемы, распрацеванные у лесгасе. 5 рядков отводилось под саджанцы сосны, наступные 5 – под березу. По словам специалистов, такое лесное насаджение больше устойливо до шкодников и хвороб. Акция «Профсоюзный лес» отрималась корыстной как для ее удельников, так и для леса нашего региона. Надеюсь, что вот лес, который будет посажен в рамках этой акции, будет радовать потомков, которые будут сюда приходить отдыхать, грибы собирать. До речи, про грибы. Их можно будет пошукать тут прикладно про 7 годов. И у пераважности своей это будут масляты. Варто значить, под час акции отрымалось высадить около 10 тысяч молодых древцов. Евгения Кухаронок, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі подвели выники регионального этапа республиканского конкурса малюнков «Червоный крыш. Я бачу добро». Удел у им приняли больше за 50 школьников с 14 районов в области. Творчее споборництво просветили 70-е годовине принятия Женевских конвенций. Конкурс для детей, але на самрэч раскрывая серьезные темы. У центра уваги каштовности и принципы, выкладенные у конвенциях. На малюнках школьники адлюстравали свое разумение гуманности и милосердности. Практически в каждом учреждении образования создана волонтерская группа Красного Креста. Наши специалисты и волонтеры проводят мероприятия, рассказывают о истории движения Красного Креста, о том, чем занимается Красный Крест в настоящее время. Поэтому колоссальная работа проходит постоянно, и дети знают. И мы видим результат. Работы все замечательные, очень красивые, и нам было достаточно сложно из них выбрать лучшую. Конкурсные работы оценивались у 2 возрастных категориях и по 3 номинациях. «Червоный крыж» у Республики Беларусь и свете, принципы международного руху «Червоного крыжа» и «Червоного полумесяца», гуманность у сучасном свете. Дипломы и подарунки отримали мастаки-аматоры, работы яких представить нашу область на Республике. Переможцы отримают возможность выставиться в Национальном историческом музее Беларуси. Размова об светлым. Новым героем проекта «Гомель у особах» областной библиотеки имени Ленина стал архимандрит, насельник Свято-Микольского монастыра отец Сава. На встречу с ним пришли люди самого разного возраста, социального статуса и профессии. Их было саправды шмат. Организаторам навод пришлось поклопотиться об додатковых местах у зале. Говорка мерковала быть у формате диалога ведущего с гостем. Але глядачи опынулись у центре размовы и навод стали ее основой. Отец Сава поведал шмат цікавых и повышальных историй со своей повседневной деятельности, а так само частых подорожжев. Зусім недавно он вернулся из Оксфордского университета. До этого выступал перед семинаристами у Екатеринбургу и сустракался с наученцами и выкладчиками Русского православного университета. Сейчас очень много возможностей говорить с людьми. И мне очень нравится формат интернета. Например, у нас в нашем монастыре есть YouTube-канал. И мы через него общаемся с людьми. И есть очень много интереснейших блогеров сейчас. Это очень хорошо, что есть возможность говорить с разных площадок и в разных форматах. Но самое главное условие – это честность. Если разговор честный, открытый, искренний, тогда он получится. До того ж, отец Сава регулярно пишет артикулы для портала «Православие и свет», кляштарного штотыдневика «Правила веры», заявляется автором и ведущим цикла передач «Светло невечернее» и «Вир богословия» на православном телеканале «Союз». Послухать его размовы об светлым можно так само у сетцы интернет. 44-я областная выстава паляўнічых собак пройдзе 27 красавіка ў Гомелі. Ужо вядзецца папярэдняя рэгістрацыя гадаванцаў. Праводзіць яе кінолаг па адрасе ў Гомелі, вуліца Тэльмана, дом 24, кабінет нумар 15 на 4-м паверсе. Гэта робіцца ў першую чаргу для падрыхтоўкі каталога выставы. Зарэгістравацца можна будзе і ў дзень правядзення мерапрыемства на стадыёне Гомсельмаш. Аднак у такім выпадку сабакі не змогуць прэтэндаваць на жэтоны і медалі. Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Расфасованный наркотик, весы для точной дозы. В Гомеле милиция штурмом брала квартиру наркосбытчика. Тот попался с поличным. В марте был задержан житель агрогородка Еремина, который приобрел психотроп «Альфа-ПВП» у молодого человека из Гомеля. Бойцы наркоконтроля проверили полученную информацию. После очередного факта продажи наркотиков было принято решение задержать наркосбытчика. На просьбу открыть дверь квартиру мужчина ответил отказом. Тогда и было принято решение брать ее штурмом через оконный проем.
Молниеносный захват квартиры позволил сберечь улики. Полимерный пакет с альфа-ПВП находился на весах для точного взвешивания. Фальшивки отменного качества исполнения. 50-рублевые поддельные купюры засветились на кассах торговых точек и обменных пунктов в Гомеле. Расследуются факты распространения фальшивых полусотен в обменном пункте на рынке Давыдовский и в продуктовом отделе одного из крупных торговых центров. Милиции удалось собрать фото людей, в руках которых могли оказаться поддельные деньги. Правоохранители рассчитывают на помощь этих граждан в установлении происхождения купюр. Если вы узнали себя на фото или вам знакомы эти люди, просьба связаться с сотрудниками советского РОВД по телефону, указанному на экране. ЧП на улице Полевой в Гомеле. Накануне на месте пожара жилого дома и хозяйственных построек работало сразу несколько расчетов спасателей. На момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена кровля двухэтажного дома и деревянный сарай. Хозяева строений, пенсионеры, находились на улице. Они не пострадали. Огонь полностью уничтожил крышу дома, потолочное перекрытие, чердак и вещи на втором этаже коттеджа. Сгорела и хозяйственная постройка на участке. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем. В окончании выпуска оперативной информации от сотрудников госавтоинспекции. Накануне в ДТП с участием водителя-бесправника за рулем самодельного трактора погибла женщина-пассажир. В 9 часу вечера вблизи деревни Острожанка местный житель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением самодельного трактора. Машина опрокинулась и травмировала 30-летнюю супругу водителя, которая ехала в качестве пассажира. Мужчина доставил жену домой, вызвал скорую. Медики констатировали смерть женщины. Не алкоголь, а животное стало виновником аварии в Чечерском районе. Вблизи деревни Залесье едущего мотоциклиста атаковала собака. Водитель, управляя мотоциклом и двигаясь по автодороге, совершил падение из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть из остановочного пункта собаки. С травмами мужчина был доставлен в больницу, где после оказания помощи отпущен домой. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по боксу. Гомельская область имеет большое представительство. Основные претенденты на победу – братья-близнецы Эмил и Рамил Алиевы, Вадим Панков, Владислав Смягликов. Кстати, Владислав сейчас первый номер белорусской команды. В супертяжелом весе будут бороться Дмитрий Доронин и Виктор Чварков. Все целеустремленно настроены выиграть, потому что чтобы попасть на европейские игры, получить путевку уже в дальнейшем на Олимпиаду. Ну, тут в боксе по-любому. Надо настраиваться и себя верить только, что ты первый. Среди девушек нашу область представят лидеры сборной Яна Бурим, Галина Бруевич и, конечно же, Виктория Кебикова. Напомню, она завоевала первую в истории белорусского женского бокса медаль планетарного первенства. Уже сейчас известно, что первые номера нашей команды Виктория Кебикова и Владислав Смягликов получили путевку на главный старт сезона. На Гомельщине очень сильно развит бокс. Он очень большая география бокса. Он и в Хойниках, он и в Лельчицах, он и в Мозыре, он и в Рогале, он везде. Другим областям с Гомельщины стоит брать пример в плане развития, в плане подготовки резерва и в плане квалификации тренеров. По итогам первого дня соревнований победы в предварительных поединках одержали представители нашего региона Андрей Мельников, Артем Трубинев, Никита Краснобаев и Дмитрий Доронин. Жлобинский «Металлург» потерпел поражение в очередном туре переходного турнира чемпионата Беларуси по хоккею. На домашнем льду «Сталевары» встречались с «Лидой». Рыцари на экваторе первого периода счет открыли, отличился «Кирпичонок». Во второй трети «Ткачук» гостевое преимущество удвоил. Еще до сирены на перерыв хозяева отыгрались. Никулин и Маслюков сравняли цифры на табло. В третьем периоде «Сафин» и «Ткачук» вывели гостей вперед на две шайбы. Точку за 20 секунд до финальной сирены поставил «Коваль». «Лида» победила 5-2. «Рыцари» возглавляют турнирную таблицу, «Металлург» на второй строке. Далее расположились «Оршанский Локомотив» и «Могилев». Следующий игровой день, 6 апреля, «Сталевары» сыграют с «Лидой» на ее поле. Хоккейный клуб «Гомель» продолжает победное шествие в играх развития. На этот раз «Рыси» на выезде обыграли «Брест» 4-2. В составе гомельчан отличились Летов, Скоринов и дважды Сусла. У хозяев забросили Курбаков и Коваленя. С тремя победами в трех поединках «Гомель» возглавляет турнирную таблицу игр развития. Завтра «Рыси» играют с пинскими ястребами на их льду.
Фестиваль регби впервые пройдет в нашем областном центре. Его цель – развеять миф об опасности этого вида спорта и познакомить гомельчан с регби. В соревнованиях примут участие более сотни человек. В рамках турнира выяснять, кто лучший, будут 7 команд. В завершении соревнований действующие регбийные команды «Мужская Кватра» и «Женская Севен Линкс» проведут показательную игру. Любители регби соберутся 5 апреля на стадионе «Луч». Начало в 14:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».